Фух, надо же, мы играем с сохранением. Очень здорово, что игра все-таки сохранилась, а не как я подумал. Что я когда подумал, ну, игра глюкнула почему-то, не знаю почему. Я боялся, что сейчас всю игра начнется сначала, то есть с нуля. Это же не обрадовало, честно говоря. Ну да ладно. Сейчас все будет гораздо быстрее, главное. Главное взять молоток. Костяная башка. Да. Токи, ребята, игра опять не вылетела, да? Снова долго не вылет, я уже поражаюсь. Очень недоволен этим самым, прям даже утюплю. Игра вылетает уже второй раз. Это, во-первых, вредит на эмулете, да, я во всяком случае. Во-вторых, это, наверное, портит. Как-то не знаю, игра. Ну, блин, как может, в любом случае, это портит все впечатления, так как немножко прям вылетает. То есть, сразу видна недоработка игры, да. Но то, как будто здесь вот... Теперь у нас молока нету, да? Здорово, короче. А, вот пушки же валяются. Я же типа уже ударил. Одна. Вторая. Я же не рестарт. Я не запомнил, потому что здесь не рестарт происходит. А здесь происходит как бы, то есть у меня откатывает. Но все происходящее остается. То есть нужно делать уже заново. Я к этому не могу никак привыкнуть. Так, ну вот вроде игра не вылетела в этом месте. Я уже что-то место заколдованное. Нет. Она просто соблюдает спонтанно в этом месте. Здесь. Ребят, пойдем в этот дом в наш. Если это наш, конечно, дом. Чей-то голос. Так, это что за место? Метро, похоже. Сразу видно, что это немножко прошлые времена, то есть видно, что это не времена СССР, то есть где-нибудь 80-е, 90-е годы. Целый. О, с матом? Драка. На, меня вырубили. Чуть-чуть просрал, да? Меня вырубили. Печалька. А я должен был выиграть, да, или как? Дискач. О, типа я ее выручил, и теперь с ней пошел тусок. Знаешь, он мой персонаж точно мужского пола и точно не ребенок. Тусовка. Независимо от того, что меня
творчества не хватает здесь. Вот я что-то должен здесь делать? Нет? Ходить, может, нет. Никакая кнопка, то есть ни Е, ни движение, ни... Даже мергать не могу. Просто смотреть, наблюдать. Мы тут девку встретили, только потом догадался, что когда он встретил эту девушку, почему мы проснулись, как оказались, когда мы пьяные были в говно. Так, ладно, по ступеньке что ли, подниматься можно, по ступеньке подниматься нельзя. Слишком, наверное, ногу поднять не можешь, спутуна, что ступеньки поднять не можешь. Ну, вообще, такое ощущение, как ты думаешь, блин. Почему-то это и странно как-то. Проснулся, пошел к девке, пьяный, защитил. Ну, помню, там было кровище, что здесь написано. Ты можешь быть больше, чем думаешь, как скажете. Так, пойдем сходим туда, где кровище. Правда, меня это не обрадует, я думаю. Увиденное меня точно не обрадует, но надо сходить, посмотреть, что же там такое. Чемоданчик. Даже не знаю, теперь, ребят, скидывать вам этот репак или не скидывать. У меня он вроде, видите, как очень хорошо работает. Не знаю, как у вас все будет, нормально, ненормально. Так, с лестницы опять, по лестнице мы ходить не можем. Ногу поднять. Я не раскорячусь никак. Почему он не бегает, ему? Ну, наверное, он не бегает для атмосферности, я думаю, так. Сходим в эту сторону, что ли? Что за чудный рисунок вот этого? Что за херня? Кто это вообще рисует? Ну какой-то раз прикольный, что ли? Херота какая-то. Так, ну дверь не кликабельная, понятно. Тут у нас тоже лестница. Такой можно даже не идти, короче, к этой долбанной лестнице. Нафиг только эти повороты сделали, раз они тоже ни хрена не кликабельные. Ну, в смысле, не это. Идем только прямо, значит. Будет тупо, если прямо сейчас дойдем, и там тоже будет лестница. Это будет вообще тупо. Возможно, сейчас будет еще два ответвления каких-нибудь. Хотя, не знаю. Так, что у нас тут? Ну, тут дверь открылась, надо же. Так, что-то может понадобиться. Он не берется почему-то. Снова, я думаю, ну, отбиваться от чего-нибудь. Или от кого? Нет, скорее всего, от чего-нибудь, чем от кого-нибудь. Записка. На... Что такое? Слишком мелко написано. Нам свойственно тягаться к тому, что нас же и убивает. Короче, мы тянемся к тому, что нас же убивает. Слишком мелко написано, конечно, но слишком мелко. Так, это мы сюда поднять тоже нельзя, молоток, топор тоже нельзя. Хреново. Ай, блин, а. Стрёмный замок. Ну вот, пожалуйста, почему нельзя поднять тогда, или топор, а? Почему нельзя? Ну, вот там замок. Да я подниму топорик. Или огнетушитель. Где это у него будет? Вот, топор. Ни хрена. Так, кстати, ни хрена. Ну что за бараша, а? Может этот ящик можно открыть? В столе? Ого.
приобретает интересный оборот. Так, это чуть не открывается, да? Ну ладно. Ну ладно, пошли. Это уже какой-то, блин, это уже не хоррор, это уже что-то поинтереснее. Пытаясь прицелиться, он в итоге мне банк паркает. Так, ну давай, открывай дверь. Я бандит. Неспроста я умел пользоваться пистолетом, наверное. Я тебя долго ждать буду. Сумку неси. Нужно забрать сумку. Ладно. Вот что, сумка-то ваша. Взял, конечно, что-то. Эй! Ай. Меня стрельнули. Зашибись. Так. Так гораздо лучше, правда? Теперь можем идти. Пешком так спокойненько. Так грабили пешком так спокойно. Куда торопиться, странно. Менты шли, привет, ё-моё. Что ты можешь сказать? Я за руль или типа? Убирайся отсюда к чёрту! Стой, не надо! Сваливаем! Зачем я остановил? Можно было просто убить, да и всё, правда? С погоной с зэками. Как можно вообще в одном поезде ехать? Зэки и дети, это же вообще дико, блин. Да хули ты там? Да им такое. Что у меня есть шарашится? Так, надо думать, что сделать. В конце игры нужно все равно думать. И не обосраться. Братон! Пойди сюда! Давай! Да хули ты там, брат? Дай мне, кто же меня атакует? Я не могу понять. Ай, ладно, сейчас найдем. Нет, кто меня ударяет, я сразу понятно делаю. Зэки мне херачат. Да, он чертила. Эй, ты! Королева!
Заходите там, там! Да иди, иди, давай! Ну иди сюда! Давай! Давай! Ради чего? Опять нахер, а? Может, мне близко подходить нельзя, но я не подхожу, как я могу пройти мимо двух клеток, это же вообще же... бред какой-то, отвечаю. Выйди сюда! Ай, так, что ж делать, что ж делать? Отлично, я прошел, отлично, кто меня не зацепил в этот раз прошел. Так, это где мы, это вообще на зоне, что ли? Похоже, что так. Похоже, что я все-таки зэк. Так, ну почему? Все, я не могу двигаться туда. Все, что, я... что происходит, я могу подвигать мышкой вверх-вниз. Больше даже по бокам нельзя, только вверх-вниз. Игра сама приближается, передвигается. Притом очень медленно. Это очень сильно раздражает, четко. Похоже, это наша койка. Ну, в смысле, наша камера, в которой мы живем. Зашибись слоя, правда? Тут только компании хватает. Так все норм. Обычная русская квартирка, правда? Общаю в общаге хуже бывает. Так, что ты на полу валяется? Ты что, избили, что ли? Что я должен делать? Я моргаю. Нажимаю Е, ничего не происходит. Нажимаю. Кнопку выше. Кровью харкаюсь. Это здорово. Так, ладно, пошли вперед. Тут у нас, похоже, медицинское место было, да, медицинское точно. Наконец-то без хранения. Отлично, у нас здесь, значит, здесь у нас было, значит, было лечебное местечко, понятно. Медицинское. Мать вашу. Другое дело, блин. А то один страх, да один сумрак, ё-моё. Тут хоть что-то красивенькое, хоть что-то не страшное. Спокойная музыка, птички, лес. Там полянка. Так, мы, похоже, немножко с трапа избились, да? Пошли вниз, куда нам еще идти-то, в принципе. Так, это похоже кладбище, да? Да, так и есть. Давайте подойдем к какому-нибудь кладбище. Кто такой у нас? Непонятно. Так, ну имя здесь разобрать очень сложно, что здесь написано. Но видно то, что написано 1971 по 2000... Какой? 9-й, что ли? В общем, умер молодым, понятно. Или даже 2000-й. Вообще почему-то обычные кресты без всяких имен, названий. Так, здесь у нас кто? Стакан. Цветы. Значит, тут недавно здесь был. Здесь вообще только на лицо, не видно ни даты, ничего остального. Так, прыгать нельзя, понятно, придется обратно выходить. Так, что у нас тут? Ну, пойдемте дальше, в принципе. Еще без ограждений, кто здесь у нас? Напугал меня. Так. Здесь вроде какая-то бабка. Так. Банка. Листок бумаги. Можно прочитать? Чувство разрывает тебя на куски. Чувство ни с чем не сравнимы. Оборачиваешься назад и... А ничего уже не исправить. Ничего уже не... Ну, короче, понятно. Так. Упс. Идем с обратно. Перекостившемуся поезду. Так, здесь, похоже, инвалиды были.
Так, что у нас здесь? Едет за винтовской машины, что ли, может? Еще пока мы ехали, но случилась авария, мы врезались и, вернее, в нас кто врезался, машина GTA 4, пытаешься, который был фашизм, так вот мы вытащили пассажира, я не понимаю, что у нас разбилось, камера, что ли, что, почему у нас разбили, это пока мы сколько, мы разбили шлеми, она разбилась сначала, думал, что разбилось стекло машины, а сейчас не понятно, что разбилось. Ну ладно. Так, что, где это мы находимся, непонятно. А, в какой-то комнатке. Так, ну давайте по этой страшной комнатке. Ну что, все психушки сейчас находятся, не пойму. Стул сверху прицепился. Нас расшатает, это конечно пьяный ебать. Непонятно. Стул к стене прилепился. Что за глюки, а? Наверное, в конце игры кажется, что мы, наверное, у нас. Ну, в конце игры, конечно, мы воспользуемся каким-то наркотиком, и, в общем, сейчас, короче, под наркотой, короче, нас шторит. И это у меня не было ни того поезда, ни этих комнаток, ни всего, что здесь происходит. Но это лишь моя глупая догадка, и, скорее всего, так не будет. Лишь моя глупая догадка. Может, кто-то откроется? Так, знаю, ничего не гонится, вроде нет. Как ничего не гонится, почему вообще? Блин, хватит удлиняться, ё-моё. Что за банальная фигота? Ну ж правда банальная, ё-моё. Так. Зашибись. Кажется, я отложил личинку. Большой кирпич. Класс. Опять стул очищать. После слендера очищал, теперь после этого. После поезда стул очищать, зашибись. Я, правда, не взвизгнул, но отложу. Так, что у нас здесь за аномалия, блин? А, вода! Вода, ё-мо! Какой хрен тебе вода? Непонятно, мы же ехали, блин, почему вода? Мы же ехали на этом поезде. Он же ехал, он же двигался. Почему он оказался в воде? Странный, такой очень странный. Но игра прикольная. Ладно, давай. Ну тебе быстрее, ё-моё. Трава растет. То ехали, то уже бац, и поезд уже лет 100, блин. Нафига вообще в него залезло? Если ему лет 100, мы вчера говорили, да, не хватало приключений, что ли? Вылезет ли в окно, какие-то из этого поезда, чем-то все время тоже прямо, я не понимаю. Можно человек может разобраться всего. Так, что сейчас поднимем? Что за красный огонек? Вот то, что наркотанка. Так, плыви, да, плыви. Ну все, уже все равно очень хорошо. Плыви, да ёма, ну плыви ты. Так, что здесь происходит? А, как мы исправились, да? Я не знаю,
смотрю, у вас лайт, конечно, не Last Light. Пошел такой коголяк. Вот, на самом деле Last Light, потому что. Да ё-моё! Ладно, я просто момент проплыву. Так, ну вроде я справился, проплыл, здорово. Я стал только вылезти. Так, все как раз таки какая-то. Ладно, вылазь, вылазь, вылазь. Старик, нифига, живи тоже свой век, примерно. Будем идти, он сцепляется в всякие стороны. Так, ну. Чего за... Возможно, вспоминает глобальный бой. Лес, ёмко. Что ты сделал, дурак? Чем? Я не могу понять, зачем он это сделал. Похоже, это конец. Да, ребята, это оказалось конец игры, при том, что нажав Escape, у меня игра просто взялась сама по себе, закрылась. Я думал, что она пойдет в этот вот режим, то есть вот в режим, как бы сказать, ожидания, ну как за меню, короче, вообще. В общем, меню попадет, но в меню она не вышла, она сразу, в общем-то, офнулась. Так вот, о, кстати, создатель игры Носков SS, вот его ВК, Майл, ну и WebMoney, конечно же, так сказать, на новые разработки игр. Так вот, ребята, похоже, что вот это вот в ту яму, которую я прыгнул, которая была подсвечена красным цветом, посмотрев в интернет, сейчас я узнал то, что это как бы якобы плохая концовка. То есть у игры есть две концовки, хорошая и плохая. Уж не знаю, от чего здесь зависит концовка, хорошая или плохая, потому что вроде бы здесь выбора между играми особо-то и нет. В смысле, ну какого смысле играми? В смысле, игра вроде бы как бы линейная, и разветвлений как бы я не заметил в этой игре. Вот, но возможно кто поиграет, возможно он заметит эти разветвления. Вот, но вот если я посмотрев, почитав, узнал, что есть две концовки. Если ты прыгаешь в синюю, то ты как бы садишься в поезд, то есть я как бы прыгнув в красную яму, я как бы прыгаю, то есть с преклонным возрастом, старенький, я через забор прыгаю и разбиваюсь. То есть и меня давит поезд. А в хорошей концовке ты садишься в поезд и спокойненько уезжаешь.
куда не знаю. Ну, в общем-то, это не важно. Фишка в том, что хорошая концовка всегда хорошо, а в плохой концовке ты дохнешь. Вот так вот. В общем, если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, в общем, всем пока, до новых встреч в нескольких летсплеях. Пока, друзья.